Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Я знаю, много пишете, тетя Ася, где вы потеряли, куда вы исчезли. Я нигде не потерялась, я приехала в Москву, дорогие мои. Хочу вам желать хорошее настроение, и чтобы у вас день был такой хороший. Я, конечно, думала, Москва сильно холодно, но так мне нравится. Очень хорошая солнечная погода, хорошая. Хочу всех пожелать хороший день, хорошего настроения. Если у меня все сбудется, все будет хорошо, вы же знаете, что я вам все скажу, дорогие мои. А мы сегодня будем у подруги тоже гулять. Будет моменты хорошие, я вам все покажу. Я вас люблю, не теряйте меня, я всегда с вами. Люблю вас! Я вам хочу сказать, я сколько раз была в Москве, но ни разу я не была святой Матрёнушке. И народ, смотрите, как много говорит, это еще немного. Сейчас мы пойдем и будем свечку поставить для всех, для вас, для нас. А вот посмотрите, какая очередь, но ничего страшного. Вот, пожалуйста. Я первый раз, конечно, очень красиво буду ходить и поставить свечку. Смотрите, чтобы вот эта икона поцеловать и пожелать свое, что вы желаете, хотите, да? Вот смотрите, мне надо вот до вечера очередь вот такого ждать. Еще круг идет с этой стороны. Ой, а я могу в общем сказать, дай Бог везде мир. И пусть поможет наши все. Боженька и помощники. Боже. Вот. Мне, конечно, приятно смотреть. Смотрите, с детьми. Посмотрите, как приятно. Есть вера людей еще. Не все потеряно. И мне это очень-очень нравится. Вот сейчас я увеличиваю. Вот так, пожалуйста. Угу. Вот так вот. Ваше настроение. Смотрите, я с кем сегодня отдыхаю. В Москве. Моя самая красивая блогерша. Посуда Соня. А сегодня у него свекруха днем рождения. А мы самых близких собрали и отмечаем. Так что желаем его счастья, здоровья, удачи. И вот столько счастья есть, что имеет такая невеста. Моя красавица. Так что всем хорошего, доброго вечера. Спасибо, тетя. Я очень рада встрече, все взаимно. Спасибо, моя кукла. Спасибо, что разделили нашу радость. Да. Раз я здесь, обязательно. Тетя Руся народная, простая женщина. Любит вас всех. Это тоже.